Четыре новеллы о любви – это истории, которые связаны между собой в первую очередь атмосферой и эмоциями. Яркие фрагменты о супружеском непонимании, увядании чувств, страхе расставания, рождении новой любви. Жизненные зарисовки, которые случаются в жизни практически каждого из зрителей. Четыре новеллы о любви – это четыре разных истории. Две новеллы достаточно грустные, две новеллы веселые. И каждая из них о своем виде, подвиде любви. Давайте назовем это так. Каждый из зрителей, и это наша сверхзадача была, чтобы каждый из зрителей нашел в какой-то из новелл что-то про себя. Про себя, про своего друга, про своего соседа, про знакомого. Театрально-музыкальный дуэт «Театр Легион» и «Солт-бэнд» «Жакаранда» мазыряне увидели 3 года назад. Но и сегодня, утверждает главный режиссер постановки, спектакль будет интересен каждому зрителю. Любой спектакль, в отличие от фильма, в любом случае играется по-новому. Нет двух одинаковых спектаклей, их не может быть просто по определению. Что касаемо конкретно этого спектакля, поменялись актеры. Пришли несколько человек, очень талантливых, очень интересных, ярких. И вот эти люди, что характерно, проживали те ситуации, которые они сейчас играют на сцене, проживали в своей жизни. То есть краски, эмоции будут настоящими, будут более яркими, насыщенными. И в этом спектакль выиграет. Спектакль насыщен авторскими песнями. Именно музыка и глубокие, жизненные, порой трогательные тексты помогают актерам раскрыть характеры героев, определить расстановку сил. Мы не гонимся за вот этим сиюминутным репертуаром, да, за каким-то, я не знаю, шансоном, попсой какой-то, а поем то, что пели 40 лет назад, 20 лет назад, будут петь еще через 40 лет. То есть вечная классика авторской песни, ну, в какой-то нашей интерпретации. Четыре новеллы о любви станут настоящим откровением для тех, кто давно не находил время, чтобы задуматься о главных ценностях существования. У каждого героя на сцене своя, на первый взгляд, незатейливая история. Но постепенно обнаруживаются подводные камни, скрытые течения и неожиданные повороты. В общем, все как в настоящей жизни. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».